Минувшие выходные запорожцы так и остались без горячей воды. Виной тому бюрократическая система. Об этом заявил директор концерна «Городские тепловые сети» Сергей Фомич. Согласно новому закону о рынках газа, лимиты или номинации газа в электронном виде сначала направляются в «Натнефтегаз». Затем подтверждаются транспортировщиком компании «Укртрансгаз» и только после этого поступают по назначению. Мы будем говорить, подвели «Натнефтегаз». То, что в пятницу пообещали, они в пятницу с «Натнефтегаз» объемы, лимиты вышли. Но зашли в Запорожье по электронной почте, они шли все выходные. Поэтому вот только сегодня они пришли на электронную почту «Облгаза». Сейчас снимаются пломбы по газу, и бригады как «Облгаза», так и наши бригады работают, ну и будут работать круглые сутки. Лимиты газа выделены на май и первые 10 дней июня. Стоимость кубометра горячей воды не изменится до 1 июля. На утро, самое позже, горячая вода во всех районах города будет подана, возобновлена. Дальше, я надеюсь, июнь месяц будет отработан в рабочем порядке. Что будет дальше, ну, будет зависеть от уровня платежей.